Жарко работать? Ну, терпимо, что делать. Надо работать. Жара не жара, а дорога есть дорога. Строительство новой дороги на Фонтанах близится к завершению. Рабочие уже проложили более 4 километров асфальта. По словам местных жителей, ранее на месте проведения дорожных работ около кладбища находилась большая мусорка. Новая дорога соединит центральную улицу района с местной мечетью, школой и детским садом. Завершается этап по подготовке щебеночного основания фракции 4070 на участке 500 метров. Завтра будем производить работы по асфальтированию. По всему участку произведена установка матч освещения, подключено освещение, ну и в дальнейшем работы идут уже к завершению. Дорога на Фонтанах – это еще один объект федеральной целевой программы в республике. В реализации каждой большой стройки задействованы госструктуры и чиновники. На сегодняшнем совещании в Госкомнации ответственные за каждый из проектов отчитались о проделанной работе. Что с моей стороны касается, до сентября я доделываю, и проблема у меня только котельная остается, потому что Крым-Газсети не могут сдать трассу по газовой котельной. Детские сады, школы, многоквартирные дома и дороги. Объектов много, как и сложностей во время стройки. Кто-то не может решить вопросы с документами, другие не совсем укладываются в сроки. Однако в целом ситуация стабильная, ведь самое главное – это финансирование. А в нем как раз нехватки нет.